О том, как изменилась за прошедший год столица Чувашии и жизнь горожан, говорили сегодня на ежегодном отчетном заседании городского собрания депутатов. В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития. 2015 был непростым, этого никто не скрывает. С одной стороны, социальные обязательства перед горожанами выполнены. Построено новое жилье, сданы в эксплуатацию детские сады, спортивные объекты, отремонтированы дворовые территории. Если в 2010 году объемы строительства жилья составляли около 255 тысяч квадратных метров, до 2015 года введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. С другой стороны, как показали опросы, горожан беспокоит рост цен на продукты, коммунальные услуги, снижение уровня доходов. При росте заработной платы реальный уровень доходов жителей снизился на 7,9%. Причина – увеличение индекса потребительских цен, который по итогам года составил 101,5%. И это основная проблема. Глава Чувашии напомнил градоначальникам, муниципальный долг растет. Есть статьи, на которых можно экономить. Министр финансов Светлана Янилина даже посчитала сумму. Потенциально город может сэкономить 1 миллиард рублей. О том, за счет чего, подробно расскажем в нашем завтрашнем выпуске.